Добрый день! Сегодня я хочу показать, как у меня расцвел вот такой цветочек. Это называется Adenium abiesum. Он первый раз у меня цветет. И посмотрите, какой красивый у него, какие лепестки. Не просто розовая, а середина каждого лепестка еще и темно-розового цвета. Каждый лепесточек такой волнистый. Красивое растение. Сеяла семена, сейчас покажу. Вот какого растения. Вот это. Вот этот, с этого растения было вот семена. Видите название? Дубль Нью-10. Должен быть красный с черным. Но это родительское растение. Но опять-таки для своего ребеночка, для своего сеянца это все-таки хорошо, что он такой. Непростой. Часто вообще бывает, что растишь-растишь, я вот смотрела, читала, что растишь-растишь адениум, а он раз и обыкновенный, простой получается. А здесь вот прям красивая такая более темно-розовая полоса. Очень мне понравился он. Сегодня второй день, вчера немного расцвел, сегодня вот больше раскрывается. Не знаю, сколько будет держаться цветочек, но все же очень-очень приятно. Несколько у меня еще растений есть, какие-то вот побольше, какие-то поменьше, вот какие-то вот кустятся так хорошо. Ну вот этот вот тоже собирается вроде как зацветать. Вот такой помощник тут лежит, котик. Вот это мини, адениумы мини, их у меня немного. Ну вот тоже. Еще пока вот эти еще не цвели. Вот, посмотрите, какие всевозможные. Те, которые с веточками, конечно, они вообще классно выглядят. Как маленькие такие деревца. Ну вот. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. До свидания.